Ганс на раскачке, первым выигрывает Хивашер. Ее захватывает Ринальдо. И броском вперед выходит Форсинка. Форсинка повела, Ринальдо второй, Хивашер третий. На четвертом месте держится Мохчи Седа. Далее с небольшим просветом Черная Мамба и замыкает Авиамелоди. 300 метров пройдено за 19,8 секунды. Лидирует впереди Форсинка. На втором месте Ринальдо. Далее Мохчи Седа. Хивашер. На пятое место выходит Черная Мамба, замыкает Авиамелоди. При входе в левый поворот лидирует Форсинка. 500 метров пройден за 30,8 секунды. Форсинка лидирует, но ее преимущество начинает сокращаться. Ринальдо второй, Хивашер тут же третий. На четвертое место выходит Авиамелоди. На пятое место выходит Черная Мамба. Мохчи Седа начинает отпадать. Вперед выходит Ринальдо. На втором месте тут же Хивашер. Выход на финишную прямую. Ринальдо по бровке, Хивашер средним полем, а дальним полем бросок делает Авиамелоди. 500 метров пройден за 34,7 секунды. Ринальдо впереди, Хивашер второй. На третьем месте Авиамелоди. Авиамелоди приближается к Хивашер. Тем временем Ринальдо начинает отрываться от преследователей. Ринальдо впереди, Хивашер второй, Авиамелоди третий. К финишу приближается Ринальдо. Призывовой арфы. Уверенно выигрывает Ринальдо. Хивашер финиширует на втором месте. Авиамелоди третий. Форсинка четвертая, Черная Мамба и замыкает Мохчи Седа.